Добрый день, дорогие друзья! Сегодня понедельник, и снова наша встреча с вами. Я продолжаю отвечать на те вопросы, которые поступают в форму под видео. И сегодня, по многочисленным просьбам мы обсуждаем, касается защиты нашей кожи от солнечных лучей. Для начала немного теории. На самом деле ультрафиолетовых лучей бывает несколько видов. Они различаются по длине. И если говорить о самых коротких и самых опасных, то это ультрафиолетовые лучи. Они поглощаются атмосферой Земли. Чуть более длинные лучи ультрафиолетовые Б, они особенно активны летом. И вот сейчас приближается более теплый летний период. Мы активно начинаем получать воздействие этих лучей. Эти лучи не проникают сквозь облака и стекла, но на коже себя ведут достаточно агрессивно, поскольку они вызывают покраснение, ожоги. И результат облучения ультрафиолетовыми лучами Б – это повреждение ДНК клеток кожи, это повреждение сосудов, появление сосудистой стенки, это признаки фотостарения в виде морщин и пигментных пятен. И вероятность развития меланомы, рака кожи, тоже связана с ультрафиолетовым облучением Б-лучами. А еще более длинные лучи, ультрафиолетовые лучи А, они могут проникать сквозь стекла и даже тучи. А внешних ожогов, они видимых проявлений на коже никаких не оставляют, но тем не менее, ничуть не менее опасны, поскольку они ослабляют кожный иммунитет, вызывают фотодерматит, то есть аллергию на солнце, и проникая вглубь кожи, разрушают коллаген. Как же защитить кожу от солнца? Самый надежный способ – это пользоваться санскрином или солнцезащитными средствами. И вот тут начинаются многочисленные вопросы, потому что солнцезащитных средств огромное количество, разобраться в них довольно сложно. Сегодня я постараюсь вам помочь в этом. Солнцезащитное средство или санскрин – это средство, которое уменьшает вредное влияние солнечных лучей на кожу. Все солнцезащитные средства содержат фактор, называемый SPF – Sun Protection Factor. Степень защиты от солнечных лучей бывает от 0 до 100 единиц. И чем большее число, указанное на упаковке на средстве, тем, соответственно, выше степень защиты. Средства с SPF до 15 единиц – они предназначены для загара и не дают достаточной защиты. Средства с SPF выше 15, они уже используются как защитные средства, и чем светлее кожа и длительное время нахождения на солнце, тем выше должен быть уровень защиты крема. Если говорить об SPF 15, то это приблизительно защита от 93% излучения. SPF 30 – это уже 97% защиты от излучения. SPF 50 – 98%, и если 100, то практически 99% ультрафиолетовых лучей будут отражаться этим экраном и, соответственно, дают максимальную степень защиты. Наносить солнцезащитные средства необходимо за полчаса до выхода на улицу на лицо и другие открытые участки тела. Если говорить о защите кожи детей, то я, как врач, рекомендую использовать солнцезащитные средства с SPF фактором 50 и выше. Если же мы говорим о защите женской кожи, особенно кожи после 40, то здесь тоже я бы рекомендовала использовать солнцезащитный фактор SPF 50 и выше. Я уже говорила, солнцезащитных средств огромное количество сейчас на рынке. Какие-то содержат растительные компоненты, некоторые содержат еще дополнительно витамины, экстракты различных трав. И форма выпуска солнцезащитных средств, она очень разная. Это могут быть эмульсии, кремы, спреи, стики. Атоми производит два вида стиков с SPF 50, то есть это достаточно хороший уровень защиты. До знакомства с компанией Atomy я использовала в основном солнцезащитные кремы с дозатором либо без, но познакомившись с Atomy, я узнала о том, что есть солнцезащитные средства в виде стиков.
И мне применение стика показалось гораздо более удобным. Сейчас расскажу о тех преимуществах, которые дает стик. Не скатывается и достаточно быстро впитывается. Наносится легко, не смывается. Стики подходят для лица и других различных участков тела. Не сушат кожу, оставляют ее свежей. Использование стика смягчает и разглаживает кожу. Кроме того, средства в виде стика можно наносить поверх макияжа. И если говорить об этой форме выпуска солнцезащитного средства, то вот такой стик очень удобно носить с собой в сумке и брать с собой в поездки, в дорогу, если вы занимаетесь спортом. Итак, хочу вам сегодня представить солнцезащитный стик Atomis SPF 50. Стик этот используется для чувствительных зон, предназначен для зоны лица, ушей, век, подмышечных впадин. Солнцезащитный стик этот с высоким фактором защиты содержит компоненты, которые не только защищают нашу кожу, но и обладают успокаивающими свойствами. Средство содержится в очень удобной упаковке. В одно мгновение вот практически выкручивается и закрывается колпачком. Это средство не растает, не прольется, не испачкает ни вашу сумочку, ни руки. Средство быстро, легко наносится на кожу, не оставляя пятен на одежде. Данный стик, помимо натуральных ингредиентов для успокоения и увлажнения кожи, содержит еще витамин Е и отбеливает кожу, удерживает влагу в коже, успокаивает раздраженную кожу и не просто защищает, но и комплексно еще и заботится о вашей коже. Еще одна новинка от компании Atomis – это солнцезащитный стик для чувствительной кожи. Солнцезащитный стик для чувствительной кожи с SPF 50 – это запатентованный комплекс фитоэкстрактов. Он успокаивает чувствительную кожу, имеет нелипкую консистенцию, мгновенно впитывается, не утяжеляя кожу и не разряжая ее при нанесении. Состав этого стика устойчив к действию кожного сала и влаги, и он обеспечивает надежную защиту кожи от ультрафиолетовых лучей и, кроме того, улучшает ее состояние. Специальный компонент этого стика оказывает мягкое тонизирующее и антисептическое действие. Он помогает уменьшать жжение, зуд, покраснение, от которых часто страдает чувствительная кожа лица. Стик наносится на кожу после завершения всех косметических процедур. Я уже говорила, что стики компании Atomis могут наноситься поверх макияжа. Средство это подходит как для нежной чувствительной кожи любого типа, так и для кожи, страдающей от угревой сыпи и акне. Успокаивающий фитокомплекс, который входит в состав этого стика, экстракт листьев алоэ вера, экстракт цветков розового алтея, кипарис, все эти компоненты уменьшают раздражение и служат высокой защитой от разрушающего действия солнца, солнцезащитных лучей. Кроме того, у Atomis есть еще и солнцезащитная тонирующая эмульсия, то есть выбор средств достаточно широкий на любой вкус и на любой цвет кожи. Дорогие друзья, мы сегодня поговорили с вами о солнышке, о том, какое действие оно оказывает на нашу кожу и о необходимости защищать нашу кожу правильными солнцезащитными средствами. Напоминаю, что есть стик солнцезащитный с SPF 50, санстик для чувствительной кожи и солнцезащитная эмульсия. Дорогие дамы, мамочки и бабушки, отправляющиеся на прогулку с детьми, помните, пожалуйста, что и нежная кожа ребенка, и ваша кожа требуют особого ухода и правильной защиты. И обязательно на любую прогулку, когда вы выходите, берите с собой солнцезащитные средства. С вами была сегодня я, Ирина Цой, и до встречи в следующий понедельник. Оставляйте мне ваши вопросы в форме под этим видео, я с удовольствием отвечу на них в следующих выпусках.